как бы, это вышка уже. Согласен с тобой. Да, а Bellator, как бы, я бы не сказал, что тоже там, да, плохая. Ну, все равно, UFC, если это UFC, это все равно самое правое. Вот, и показываю, я на борт тоже. Вот, вот, то же самое, вот, там сюда, вот, локоть, и ноги прошел. Открывает соперник ногой. Вот, и этой ногой подсекает левую и на конвас. На сверху там уже добивание еще. С размаху ударить и пойти в ногу вот так вот. Как бы защищался? То есть... Ну, если... защита от прохода в ногу, ну, от прохода в ногу разные вот проходят. Можно, вот, ну, оттягиваешь ногу, раз. Потом можно, если даже забрал ногу, держи, вот, можно вот тоже сюда. Да, как бы мне не проходили, я либо оттягиваюсь, либо на колено можно. Колено можно и на подхват. Вот, а колено какое будешь пускать? Правым коленом, задним? Разницы нет, то есть он проходит, можно просто поднять колено. Если даже чуть-чуть поднимешь, попадешь, то нам надо все. А, вот так. Ну, вот мы в кимоно были, я слышал, говорит, что она ездила. Я был в колес, а защита моя должна быть в твоей ноги на подъеме. Фейс-ту-фейс, ребят, прошу чуть-чуть подвинуться кому-то.